У нас, как обычно, первый период мы раскачиваемся, второй просыпаемся, третий начинаем играть по системе. Ну, это, наверное, за весь сезон так реализовали моменты свои. В принципе, игра равная была. Хватали, как обычно, удалений ненужных, причем пока не все еще ребята умеют на выезде играть, правильно играть, по заданию играть. Все время хочется что-то им показать, хотя в хоккее уже все до нас придумали. Равиль? Поздравляю с победой соперника. С нашей стороны скажу, что первый период сыграли хорошо, была борьба, выигрывали единоборство. Вот. Второй, конечно, скажу так, может быть, наоборот, эти вот удаления, большинство наших сыграли злую шутку против нас. Появилась какая-то, появился, скажем так, академизм у наших больше. Вот. И пропустили тут момент подъема, когда соперник вот ему что выставил и добавил движение, выставил в меньшинстве, добавил движение, мы все продолжали играть все тот же академический хоккей, к сожалению. Но опять же, будем справлять и двигаться дальше. Спасибо.